Внимание, внимание, внимание! Не вздумай перематывать это видео, потому что в этом видео я по букве на протяжении всего видео запрятал слово. И кто первый напишет это слово, у того будет шанс получить 1000 голды. Потом быстрее смотри видео без перемоток внимательно, смотри буквы и пиши слово в комментариях. Желаю тебе удачи и самое главное, подпишись на мой канал. Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и если вы не знали, то в последнее время очень сильно увеличили шансы падения Nameless коллекции, особенно в двух новых режимах Охота на подарки и Дух Рождества. И прямо сегодня я попробую выбить какой-то крутой скин, и я вам скажу даже больше. Мой подписчик себе выбил АВМ Treasure Hunter, это не шутка, это не пранк, он мне показывал скрин. Поэтому, ребята, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены. А с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонуса бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Короче, ребят, идите к елочке. Я просто буду вас убивать и надеюсь, то, что мне выпадет какой-то дорогой скин. Потому что, ребята, если вы не знали, то что сейчас очень сильно повысили шансы. Ребят, я возле елки нахожусь, подбираю подарки. Надо подобрать как можно больше подарков. Блин, ребят, вы просто молодцы. Подходите к елочке. Давайте, давайте, давайте. Ох, вы красавчики-то какие, ребятки, ребятки. Давайте, 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 давайте. Кто это сделал? Не Кент, три сымы, ребят, имейте совесть. Братва, огромнейшая просьба к вам, пожалуйста, поставьте лайк. Стойте, меня не убивайте. Давайте, давайте, ребят, подбираем подарочки с вас. Ой ля, тут еще какие-то другие рандомы мешают мне немножко, но ничего страшного. Интер, лучший, 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 лучший. Ребят, максимально быстро подбираем подарки, надеюсь, мне будет какой-то другой скин. Давайте я буду стоять на респе просто. Просто я стою буду на респе, на вашей респе и все. Давай, 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 ой ля. Красота-то какая, красотень-то какая. Давай, 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 давай. Я прям на вашей респе стою, подбегайте ко мне. Я стою на вашей респе в углу, подбегайте ко мне. Давайте, давайте, давайте. Ой, красиво-то как, красиво-то как. Просто, ребят, ляпота. Давайте, давайте, ох ты, что, просто сказка. Просто сказка, ребят, посмотрите. У меня уже 20 подарков. Я просто в шоке. Я скажу так, мы эту катку искали примерно час, потому что было очень тяжело запуститься все вместе. Ребят, видите, вот это мой тиммейт, можете его убить. Только меня не убейте случайно, потому что он немножко мешает. Может убить моего тиммейта, если что. Но меня главное не убейте. Так, ребят, собираю максимальное количество подарков. Так, ништяк, ништяк, ништяк. Просто идеально. Просто, ребят, посмотрите на вот это. 27 подарков, мне очень интересно, сколько я получу опыта, сколько я всего получу. Давай, Интер, давай, 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 давай. Да это кто меня убил? Ребят, вы чё? Вы чего, ребят? Вы чё меня убили? Так, ну что ж, да, ребят, я очень надеюсь, что мне будет какой-то VM Treasure Hunter, потому что, как вы знаете, очень сильно повысили шансы. Ребят, это я иду. Все, не убивайте, не убивайте. Я бегу к вам на респу, бегу к вам на респу. Это я, Интер, брат. Давай, 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 давай. Ой, ля, ребят, ребята, уже 33 подарка. Я просто в шоке. А еще целых 2 минуты времени. Ты что, ребят, посмотрите, сколько я всего получаю. Просто это самый халявный фарм в мире. Ребят, пожалуйста, подбегайте ко мне, помогайте мне, потому что там какой-то... Кто меня убил? Опять какой-то читер! Читер, ну ты говнюк, хары убивать меня! Так, ребята, у меня уже целых 41 подарок. Я так много подарков никогда не получал. Так, братва, стойте все на респе. Это я, своя, свои. Маленький амиго. Так, ребят, я по правому краю иду. 5 minutes later. Уже 69 подарков, ребят. Давайте, давайте. Ой, ля, 3 подарка сходу. Ух ты, блин, сколько подарков. Давайте, давайте, мужики, все стоим на месте. Ой, ля, сколько подарков. Подарки уже не подбираются. Насколько же много подарков, они даже не подбираются. Так, а ну-ка. Ну. Что же я получил? 75 подарков, я просто в шоке. Так, ну что ж, господа, надеюсь, я получил что-то стоящее. И давай, давай, подарочки, родненькие. 750 опыта, это очень хорошо. И что же мы получаем, ребят, пожалуйста? Ну, дайте мне какой-то скин. Дайте мне, пожалуйста, какой-то, не знаю, АВМ Treasure Hunter. Дайте мне, пожалуйста, хоть что-то. 5 minutes later. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем дальше. Каточка номер 2, режим охота на подарки, и все наши будут стоять на респе. Так, ну что, ребята, я прямо сейчас бегу к вам на респу. Ваша задача меня не убить случайно и просто стоять, я буду вас убивать и буду подбирать с вас подарочки. Ребят, стойте на респе, не надо двигаться, давайте без лишних движений. Ребят, это просто ляпота, посмотрите, мне интересно, сколько я получу опыта, сколько всяких подарков. Просто охренеть, ребята, просто я в шоке. Ой, ребята, ребята, вот это как же вас много.
немного, я не верю своим глазам. Давайте, 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 идеальненько. Давай, 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 братва, давайте. Ой, ля, у меня все зависло. Так, ну что же, у меня уже 14 очков, ребят, довольно-таки неплохо, прям идем на рекорд. Может быть, сейчас будет 100 убийств, кто его знает, ребят, стойте, не двигайтесь. Давай, давай, Интер, может убить моих тиммейтов, но меня не убивай ни в коем случае. Так, ну что же, пацаны, остальные бегите ко мне, Илюха Плей, Чорис, давайте, братва. Я, потому что я должен вас убить и подбирать с вас подарочки, давайте, мужики. Опа-па-па-па, все ко мне, бежим, 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 бежим. Ой, красавчики, 24, ребят, ребят, просто я вас обожаю, вы самые лучшие. Ребят, вот у меня такая чуйка, что прямо сейчас я реально могу получить какой-то керамбит голд или еще что-то такое. Ну вы понимаете, я просто в шоке! И мой тиммейт подбирает мои подарки! Ох, какой бессовестный-то! Ох, негодяй-то какой! Так, ребят, ой-ля, сколько подарков! 32 подарка, еще целых 3 минуты. Так, мужики, давайте, 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 все ко мне бежим, все ко мне, все ко мне. Меня очень радует то, что против нас играют абсолютно все мои подписчики. Ребят, мы очень долго пытались зайти, примерно 2 часа, и у нас все-таки это вышло. Поэтому мне очень интересно, что же в итоге я получу. Потому что я очень надеюсь на то, что я получу капец как много опыта. Так, ну что ж, дорогие друзья, я делаю киллы, я не сдаюсь. Блин, ребят, просто ляпота. Так, мужики, все ко мне подходим, давайте. Ой, ля, сколько подарков! Вот это да! Я в своей жизни так много подарков никогда не получал. Ребят, 124 подарка! Я такого в жизни не видел. Это просто абсолютный рекорд. Это просто чемпион. Не знаю, какой-то чемпион мира. Мировые рекорды ставлю, ребят, потому что так много киллов никто никогда не делал. Давайте, давайте, мужики. Все ко мне, быстрее, 5 секунд осталось. Все ко мне, все ко мне, все ко мне, все ко мне. Давайте, давайте, ребят, идем на рекорд, идем на рекорд, идем на рекорд. Так. 133 подарка, что же я получу? А ну-ка, вот это уже будет интересно. 133, давайте, давайте, ну, 132, давайте, 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 ну, 1300 опыта, обалдеть, обалдеть. Хорошая игра, удачи, удачи, плюс 3, ну, где новые скины, ну, 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 нет, нет. Ладно, ребят, не расстраиваемся, потому что прямо сейчас мы пойдем в режим Дух Рождества, и там по-любому что-то выбьем, все нормально. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, попробуем сделать то же самое за команду спецназа в режиме Дух Рождества. Что надо делать? Я просто буду стоять, захватать елочку, а мои ребята, мои подписчики будут подбегать ко мне по правому краю, как я их попросил. Я их буду просто убивать, и, ребята, я очень надеюсь, что мне однозначно какой-то крутой скин должен выпасть. Так, ребятки, бегите, пожалуйста, по правому краю, вы сейчас бежите по левому краю от меня. Пожалуйста, ребят, по правому краю бежим, от вас по левому. Ой, ля, как же все лагает, как же лагает сервера. Так, ну что же, а мы потихонечку захватим, у нас уже 25 очков, и почему-то все капец как жестко лагают-то. Ребятки, давайте, 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 бежим, 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 бежим. Ребят, у меня уже 9 убийств, и меня кто-то убил! Это кто такой? А, кто-то не из наших. Ничего себе, он наглый. Так, ребят, захватываем зону, не даем. Давай, до свидания, молодой человек. Все, пацаны, бежим все сюда. Давайте, 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 давайте. Ой, ля, как же все лагает-то. Как же все лагает. Так, ребят, ништяк, 53 очка. Бегите все, пожалуйста, ко мне. Я, ребят, буду делать вот так вот, как я сейчас делаю Илюхе. Прям по шапке даю. Ой, ля, прям по шапке, мужики. Ну что же, я вам скажу только одно, пока что все очень даже идеально, у меня 14 киллов, 67 очков, просто, ребят, красота, давай, Интер, меня опять убивает какой-то Гурик, 1-2-2-2, ну Гурик 1-2-2, ну имей ты совесть, какой бессовестный человек. Так, ну что ж, пацаны, давайте, давайте, ой, ля, красиво-то как, так, у нас 80 очков, пожалуйста, ребят, не захватывайте зону, у меня 19 киллов, довольно-таки неплохо, что же я получу, дамы и господа? Опять меня этот Гюрик 1-2-2-2, вот негодяй-то какой, Гюрик имеет и совесть, ребят, пожалуйста, не захватывайте зону, это очень важно, сейчас мы этому Гюрику наваляем люлей, а, вот так, вот так, вот так, вот так, Гюрик, до свидания, давайте, пацаны, давайте, давайте, по правому краю, бежим, 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 максимально быстро, ну-ну-ну, мы уже почти захватили, 99-100, так, так, у меня 24 килла. По идее, это очень-очень хорошо. Прямо сейчас я получу новый уровень, и, возможно, я получу какой-то скин из Невелс коллекции. Пожалуйста, 1000 опыта! Обалдеть, это очень хорошо. Ну-ну-ну, пожалуйста. Ой-ля, Rival Box! Так. Эх, где мои скины из Невелс коллекции, ребят? Где же мой керамбит гол? Где же мои скины? Что же это за беспредел? Это просто фиаско.